Это прямой эфир. Меня зовут Мария Владимирова, и я готова сказать вам «Алло, студия! Здравствуйте!». В ближайшие 50 минут мы будем с вами звонить по телефону прямого эфира 2-11-45 и рассказывать о ваших проблемах. Ну а мы будем пытаться искать ответы. Пытаться? Почему пытаться? Потому что мы очень часто звоним, дозваниваемся, но безуспешно. Тем не менее, на некоторые вопросы, ответы спустя несколько недель нам все-таки удается найти. И это, конечно, не может не радовать. 2-11-45 наш телефон, дозванивайтесь. Кроме того, задавайте ваши вопросы на сайте trksever.ru в разделе «Алло, студия». Что ж, сегодняшняя программа у нас финальная перед летними каникулами. Так что я предлагаю завершить все, что было недоделано. Ну и, конечно же, попытаться ответить на те вопросы, которые вы будете задавать нам сегодня. Так что поспешите, всего лишь 50 минут впереди. Потом 3 месяца отдыха. Я думаю, что вопросы, на которые мы не сможем найти ответы сегодня, будут уже просто-напросто неактуальны. Так что поторопитесь. Что ж, с прошлой программы у нас осталось несколько вопросов, на которые мы не смогли найти ответы во время самой программы «Алло, студия». И я должна признаться, вопросы-то поступили даже не в прошлую программу, а гораздо раньше. Но, тем не менее, нам удалось сделать самое главное. И сейчас я вам предлагаю вниманию ответ на вопрос, который касался программы по субсидированию жилья. Напомню, он звучал так. Как реализуется программа меры социальной поддержки при кредитовании на приобретение строительства жилья в Ненецком автономном округе? Вопрос был следующий. Участник программы жалуется на то, что нет движения очереди. Помощь от округа получают только те, кто идет вне очереди. И как и обещала, мы записали интервью, не телефонное, а прям вот настоящее интервью посредством телекамеры, с первым заместителем руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа Сергеем Свиридовым. И я предлагаю посмотреть фрагмент этого интервью. На исполнение этой программы поступило с 1 января 2015 года этого. То есть мы приступили, и уже бюджет верстался управление строительства ЖКХ, и суммы закладывались, расчеты они это делали. Сейчас мы просто приступили к исполнению то, что предусмотрено. Вот если по деньгам, которые заложены в бюджете, это 117 миллионов на возмещение процентов, то есть те, которые уже стали участниками, получили первоначальный взнос и успешно гасят кредит ежемесячно и получают помощь из бюджета на погашение процентов. 117 миллионов. 150 миллионов это предусмотрено те, которые станут вновь участниками, те, которые у нас поставлены на очередь, и получат первоначальный взнос. Но хотелось бы отметить, что по этим средствам, средства предусмотрены как раз в рамках выданных гарантийных письмов в конце 2014 года и уведомлений, которые сейчас тоже у нас находятся в работе, тоже получили их в 2014 году. Примерно вот если учитывать первоочередное право, то есть у нас еще в рамках программы, которую мы реализуем, сейчас предусмотрено первоочередное право у трех категорий. Это многодетные семьи, семьи, где на воспитании находится ребенок-инвалид, и семья, которая усыновила ребенка. То есть у них есть приоритет по отношению к другим первоочередное. И учитывая, что у нас сегодня стоит на очереди достаточно количество многодетных семей, то это примерно где-то 55-60 семей могут использоваться первоначальным платежом в этом году. И при рождении предусмотрено 32,5 миллиона рублей. То есть общая сумма практически около 300 миллионов, 299 миллионов рублей по этому году. Та сумма, которая была озвучена, 150 миллионов на первоначальный взнос, ей воспользуются люди, которые стали на учет в 2011 году, учить только сейчас их подошва, и они получили, как я вот уже сказал ранее, гарантийные письма и уведомления. Если не учитывать вот те, которые войдут вот в эту сумму, получат 150 миллионов, то останется на очереди 1141 семья. Из них 23, которые имеют право первоочередного, это 19 семей многодетных и 4 семьи, которые воспитывают, на воспитании находится ребенок. Это программа «Алло, студия». Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 2-11-45. Звоните и задавайте ваши вопросы, а мы будем уже разбираться с теми лицами, которые ответственны за решение ваших проблем. В общем-то, наша программа создана для того, чтобы облегчить вашу жизнь. Так что присоединяйтесь 2-11-45, либо пишите на сайт trksever.ru в раздел «Алло, студия». Все вопросы в режиме онлайн я получаю, я вижу, и мы пытаемся получать на них ответы. Еще один вопрос, который не одну программу у нас уже висит в воздухе, и сегодня в рамках прямого эфира мы будем пытаться все-таки его выяснить. Касается также жилищной темы. Напомню, что жительница Наринмара спрашивала, сколько квартир на улице Авиаторов будет распределено среди тех, кто стоит в
общегородской очереди и среди тех, кто стоит в очереди по переселению из ветхого жилья. Мы будем дозваниваться сегодня в жилищный отдел мэрии Гордон Риенмара. Ну а пока предлагаю послушать ответ на вопрос, который нам удалось записать по телефону. Вопрос звучал следующим образом. Введены ограничения на провоз багажа 20 килограммов и не более по местным авиалиниям. Речь конкретно шла о поселке Бугрино. Почему и как быть жителем сел? Ответ на этот вопрос, очень краткий, очень лаконичный ответ нам дал Яков Меньшиков, коммерческий директор Наринмарского авиаотряда. Давайте послушаем его. Это, понимаете, бывает просто такие вот рейсы, особенно Бугрино, когда много они везут с собой багажа, и их все, что свыше 20 килограмм, оформляется грузом и потом довозится. То есть тут все понятно, да? Единственное направление – это Бугрино, куда введено ограничение на провоз багажа. И я так понимаю, что все равно потом вы, уважаемые жители этого островного поселка, получаете свой багаж, он здесь на Риенмаре не остается, никто его не забирает и не выбрасывает. Так что ситуация, на мой взгляд, понятна и разрешена. Поэтому в этой истории мы ставим точку. Кстати, должна сказать, что в четверг выйдет программа законодателей, в которой придет директор и депутат окружного собрания Валерий Остапчук. И речь, кстати, пойдет вот о жизни авиапредприятия, его развитии. Так что готовьте ваши вопросы и дозванивайтесь в четверг в программу законодателей. Ну а пока программа «Алло, студия», телефон прямого эфира 211-45. Задавайте ваши вопросы. Что ж, давайте будем пытаться дозваниваться до мэрии, конкретно до отдела, который занимается у нас жилищной очередью, потому что хочется понять, что у нас там с квартирами на улице Авиаторов. Сейчас будем дозваниваться. Ну и пишите к нам на сайт, пока я вижу, вопросов новых у нас не поступило. Принимайте активное участие. Жилищный. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А можно ли услышать Анатолия Викторовича? Он на собрании в администрации, на совещании. Так, а это прямой эфир программы «Алло, студия». Меня зовут Мария Владимирова, телеканал «Север». Кто мне может помочь в вопросе по распределению жилья на улице Авиаторов, кроме него? Вы знаете, вы вначале обратитесь, пожалуйста, к нашим представителям управления по связям с общественностью. Туда обращайтесь. Они вам скажут, как кто вам может помочь. Телефончик подсказать? Нет, спасибо. У нас есть телефончики. Обращаемся туда, но безуспешно, к сожалению. Да, поэтому мы хотели выйти напрямую на вашего руководителя Анатолия Викторовича вот, и получить у него ответ. А долго у них будет совещание? Ну, только в 2 часа началось. Сколько оно продлится, я не могу сказать. Хорошо, ладно, попробуем еще дозвониться. Спасибо большое, до свидания. Пожалуйста. Вот мне очень нравится работа мэрии, особенно с 2 до 3 по понедельникам, даже не до 3, может быть, и дольше, там всегда одни совещания. Вот как бы вы сами все видите своими глазами, трудно решать данный вопрос, но я должна сказать, что и до 2 часов мы не могли туда дозвониться, там просто никто не брал трубку. Поэтому делаем выводы, но все равно будем дозваниваться. Еще один вопрос, который у нас уже достаточно длительное время висит в воздухе, и вот положа руку на сердце, могу вам сказать, то, что сколько мы туда не дозванивались, там никогда никто не берет трубку. Хотя вроде бы отдел, который отвечает за распределение мест в детских садах, должен работать хорошо, как часы, как кремлевские куранты, потому что у нас столько людей, которые ждут ответа на вопрос, когда мы попадем в детский сад. Вопрос у нас такой есть, и давайте мы сейчас попробуем дозвониться, также в рамках прямого эфира, конечно, если там тоже нет какого-то совещания, либо какого-то другого важного мероприятия. Будем дозваниваться, будем получать ответы на вопросы. Ну и звоните в прямой эфир по телефону 211-45, я жду. Алло. Да-да-да. Здравствуйте. Это управление образованием? Да-да-да. Вас беспокоит программа «Алло, студия». Меня зовут Мария Владимирова, это прямой эфир. У нас есть вопрос по очереди в детские сады. Кто бы нам мог пояснить? Вам бы мог пояснить начальник отдела. А кто начальник отдела? Школьного образования Светлана Ивановна Молодушева. Так, а как с ней связаться? 212-27. 212-27. Спасибо большое. Пожалуйста, спасибо. До свидания. Так, давайте тогда позвоним туда. Хочу режиссера попросить меня предупреждать, когда мы связываемся с кем-то. А то пугаю людей, наверное. Светлана Ивановна Молодушева. Сейчас попытаемся дозвониться, хотя, как мне кажется, наверное, уже сработал механизм предупреждения. Дозваниваемся. Вот хорошо, мы живем в маленьком городе, и, как правило, телефоны всегда свободны, и можно дозвониться.
Были бы мы в условиях большого города, было бы это сложнее, наверное, несколько сделать. Но, тем не менее, впереди у нас еще достаточно времени, так что звоните, задавайте ваши вопросы. И вот как нам только что сообщили, там, конечно же, линия занята, но мы пробивные, будем пытаться дозвониться. Также хочу ответить мужчине, который в прошлую программу звонил и спрашивал про качество сотовой связи. Вы не поверите, даже в Москве до пресс-секретарей очень трудно дозвониться. Таких вот даже крупных компаний, как сотовый оператор под названием МТС, вот честное слово, мы так и не смогли дозвониться до них, чтобы получить ответ. Быть может, стоит выходить сразу на генерального директора, но если нам не удастся, мы обязательно это сделаем. Иначе все мы с вами пользуемся связью, мы все видим, что она отвратительная, и постоянно в каком-то раздражении находимся, если нам хочется куда-то дозвониться. Чтобы снять всю эту напряженность, мы все-таки вопрос разрешим в ближайшее время. 2-11-45, телефон прямого эфира, присоединяйтесь. Я понимаю, что на улице замечательная погода. Все, наверное, на огородах, либо просто гуляют, либо на работе. Тем не менее, программа идет, звоните, спрашивайте. Есть телефонный звоночек, здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте, как вас зовут? Николай. Очень приятно, ваш вопрос. Да, для начала, в четверг у вас была передача, прямая линия с депутатом, вы, наверное, тоже видите. Да. Вот, я звонил на прямую линию, кто там вопросы принимал, говорит, задайте вопрос, я говорю, я депутат задам. Она говорит, нет, так не пойдет, у нас цензура. Да у нас нет никакой цензуры. А, ну, мне так сказали, если есть, не записываются номера, нет? Нет, конечно. Какой у вас вопрос-то был? Но мы все вопросы пропускаем. Да нет, просто она сказала, цензура, все. Ну, давайте, задавайте ваш вопрос. Какой у вас? Мы, говорит, не пропустим, говорит, не зададите вопрос нам. Мы, говорит, это... Нет. Что это девушка, которая... Кому, какие вопросы задать? Вы скажите, какой вы вопрос хотели задать сейчас? Нет, это уже проехал я. Так, дело в том, я второй вопрос. Когда начинают облагораживать улицу Южную, Евтышева... Так. Это как танковая Евтышева там. Так, Южная Евтышева. Выкопали, закопали какие-то трубы, а все оставили там. Это то, что с прошлого года у вас там была эпопея, я помню, там что-то были какие-то люки вот. Открыты, да? Все, лето началось, скоро недолго лето пройдет, а никто ничего не шевелится. Угу. Хорошо, давайте мы сейчас попытаемся. Еще вопрос один. На Пустоярской 9 там... Сгоревший дом, в прошлом году осенью тоже он горел, выселенный. Угу. Такой барашного типа домик. Когда его снесут? Так, сгоревший дом на Пустозерского 9. Да, там около АПХ, в прошлом году осенью он горел, потушили. Вот. Он выселенный, его уже в 2014 году хотели еще снести. Угу. Вот. Хорошо, да, давайте мы сейчас выясним. Это, я так понимаю, нам тоже надо в городскую мэрию, в отдел по благоустройству звонить. Сейчас будем... дозваниваться. Спасибо вам большое, Николай. И вы уж, конечно, извините, если вот вас попросили. Это не цензура на самом деле. Вот. Вы всегда можете задавать те вопросы, которые вы можете. Мы открыты для вас. 2-11-45 наш телефон. Что ж, давайте тогда будем... давайте дозвонимся по городской очереди, попробуем. Вдруг нам повезет, чтобы уже поставить точку в этом вопросе. Ну, а потом займемся вопросами благоустройства. Южная, Евтысова. Мой коллега Олег Атанзейский в том году целое расследование там проводил. Алло. Алло. Слушай. Здравствуйте, я Светлану Ивановну, можно услышать? Кто ее спрашивает? Это телеканал «Север». Минуточку сейчас. Телеканал «Север» спрашивает. Управление образования. Здравствуйте, Светлана Ивановна. Да-да. Это программа «Алло, студия». Меня зовут Мария Владимирова. Прямой эфир. К нам поступил вопрос, касаемый распределения мест в детских садах в этом году. Конкретно девушка спрашивала, попадет ли ребенок, рожденный в мае 2013 года. Угу. Можно нам ответить на данный вопрос? Вообще, сколько детей в этом году попадет в садики и преимущественно год рождения? Так, секунду. Угу. Вам эта информация нужна просто для информации? Ну вот чтобы сейчас люди, которые нас смотрят, задавали вопросы, смогли услышать этот ответ. Услышать? То есть вы будете делать запись? Мы в прямом эфире.
А вы в прямом эфире. Да, и вы, следователи, вместе с нами оказались в прямом эфире. Все понятно. Угу. Значит, ситуация такая, что у нас распределение идет мест в учреждения, расположенные на территории поселка Искателей. Угу. В этом году у нас будут распределяться 96 мест всего. Так мало, да, получается? Да, да. Так, и... Это вместе с городом 96? Нет. Это только Искатели? Это только угу. Три организации образовательных, расположены на территории Искателей. Так. Это Гнездышко, ЦРР и УМКА. Угу. Распределять будем в соответствии с очередью. У нас существует такая электронная очередь. Угу. В первую очередь попадут дети 2012 года рождения. Угу. Кому в этом году исполняется три года. Угу. Да. А затем уже в порядке очереди попадут дети 2013 года. По крайней мере, на комиссию мы вносим списки рождения детей до 1 сентября 2013 года, угу. Ну, кто родились. Угу. То есть перспективы вроде бы как есть, да, того, что дети, рожденные в 2013 году, попадут? Есть, да, частично эти дети, конечно же, у нас попадут. Угу. А по поводу городских детских садов, это вам надо в управлении образования города поинтересоваться, потому что у них будет своя комиссия в июне. Угу. Хорошо, а вот такой еще вопрос. Детский сад на улице Авиаторов, на улице, на лесозаводе, о котором мы так много говорили, он как-то поможет ситуацию разрешить? Ну, если его откроют... то, угу. конечно же, поможет. 220 мест – это очень хорошее подспорье угу. в распределении угу. всех детей. Да. Вот вы сказали, если откроют. То есть есть возможность, что его не откроют? Ну, я не знаю, это ведь не от нас зависит. Угу. Хорошо. И вот такой вопрос чисто вот поразмышлять, да, как говорится. Какая может быть альтернатива государственному детскому саду в нашем округе? В нашем округе? Ну, наверное, только на территории города, вероятно, это частные детские сады. Угу. Но вот а те группы, которые сейчас существуют, дневного пребывания, они как-то спасают ситуацию? Либо родителям все-таки хочется отдать, вот как говорится, конечно. С 8 утра и до 6 вечера? Дело-то в том, что группы кратковременного пребывания, они, дети туда, посещающие эти группы, они угу. ведь с очереди не снимаются. Угу. Потому что все-таки предоставлять надо полноценное место с утра и до вечера на полный день. Угу. И с образовательной программой. А такие группы у нас, вот по крайней мере, если частные взять, вот которые одна частная угу. группа существует, там без образовательной программы. Это просто присмотр и уход. Угу. Хорошо. Спасибо вам большое, Светлана Ивановна, за разъяснение. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. 2-11-45, телефон прямого эфира. Вот, кстати говоря, из городского управления образования нас технично отправили немножко не по тому адресу, но мы теперь зато владеем информацией по тому, как будет распределяться очередь в детские сады в поселке Искатели. Но все-таки по городу-то тоже хочется выяснить. Так что давайте позвоним еще раз, куда мы звонили изначально, и уже будем пытаться выяснять, что там у нас с городом. А потом обязательно будем отвечать на вопросы Николая. Будем реабилитироваться перед вами, Николай, отвечая на ваши вопросы. Конечно, не на тот вопрос. Есть у нас телефонный звонок для начала. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Спрашивайте, пожалуйста. Когда или кто будет убирать поселка Искателей? Вот началась пора, возле каждого дома все убрано, куча нагорнутой травы, листвы. Угу. Вчера ветер был, все разнесло, вот непонятно. А конкретно на какой улице? Монтажников. Монтажников. А кто у вас там вообще отвечает за благоустройство? Ну, тут как что-то есть какая-то организация по благоустройству в Искателях. Угу. Но она при администрации, да? Даже не могу сказать. Даже не можете сказать. Ну, хорошо, ладно, будем через администрацию тогда выяснять. Спасибо большое. А вы вот, Павел, кстати говоря, сейчас такие субботники проходят, сами готовы выйти и приложить усилия для того, чтобы как-то украсить свой поселок, убрать? Да как бы вот украсить, убрать, уже вышел. Теперь просто что... своего. Понятно. Теперь самое главное, чтобы вывезли то, что собрано около таких больших домов. Спасибо вам большое за вопрос, будем тоже выяснять. Пожалуйста. Спасибо. Что ж, давайте будем звонить в управление образования города, дозваниваться, а дальше уже, как говорится, по плану, по порядку. Вот целая эпопея с этими очередями в детский сад. Честное слово, длительное время мы пытаемся найти ответы. Но никак не можем. Пишите к нам и на сайт trksever.ru в рубрику
Алло, студия. Вопросы приходят в режиме онлайн. Я вот здесь их вижу на своем замечательном планшете. Но сегодня вы не очень активны. Посредством интернета не обращайтесь к нам, зато звоните активно в прямой эфир. И это, конечно, не может не радовать нас. Напоминаю, что сегодняшняя программа у нас финальная, перед тем, как мы уйдем на летние каникулы. В конце программы мы подведем своеобразный итог, назовем номинантов премии, которым мы потом, наверное, даже подарок вручим, съездим за сотрудничество с нашей программой. И, конечно, отвечать в прямом эфире – дело непростое, как вы сами видите. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит с телеканала «Севера». Мы бы хотели узнать по поводу очереди в детские сады в этом году, как она будет распределяться. Так, минуточку. Да, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, вас беспокоит телеканал «Север». Меня зовут Мария Владимирова, программа «Алло, студия», это прямой эфир. К нам поступил вопрос по распределению мест в детских садах в этом году. Вы бы могли нам ответить, сколько детишек из очереди общегородской пойдет в детские садики? По предварительным данным сейчас еще ведется, точнее говоря, ведется обработка предварительных данных по данному направлению. Итоги комиссии будут озвучены к 15 июня. Сейчас проведем предварительные расчеты. Ну, порядка 300 человек общей массы должны поступить в детские сады. Угу. И вот был конкретный вопрос от девушки. У нее ребенок рожден в мае 2013 года. Есть ли шансы на то, что они попадут в этом году в садик? Надо смотреть по дате подачи заявления, потому что комплектование очередности выстраивается строго в соответствии с датой подачи заявления. И смотреть конкретно по каждому ребенку. И вот еще такой вопрос. 300 детей почти попадут, это с учетом нового детского сада на лесозаводе, либо его пока не брали в... Пока в расчет новый сад мы не берем. Что ж, спасибо вам большое за тот ответ. А где, кстати говоря, можно будет узнать потом данные после 15 июня? Где-то в электронном виде можно будет их получить? Списки будут размещены в здании управления образования, в фойе администрации города Нарьян-Мара на первом этаже и, возможно, выложены на сайте администрации города Нарьян-Мара. Все, спасибо вам большое за ответ. Всего доброго, до свидания. Что ж, я думаю, стоит тогда дождаться 15 июня, тем более, что ждать остается не так и долго, и уже после этого... решает радоваться или грустить. Быть может, вы подавали заявление достаточно рано. Это я к девушке, которая задавала нам вопрос. Может быть, сразу после рождения вашего ребенка, тогда, скорее всего, у вас есть шанс. Но пока ничего не будем предполагать, а будем ждать 15 мая. Мы тоже себе сделаем пометочку, чтобы потом оповестить вас. И, в общем-то, я так понимаю, надо разбираться в ситуации с детским садиком на лесозаводе, потому что ситуация не ясна. И, по крайней мере, в двух управлениях нам так и не смогли сказать, откроется он или не откроется. А так получается, если он откроется, то к тем 300 еще 220 добавляется, то, в принципе, очередь достаточно хорошо разгрузится. 2.11.45 наш телефон. Давайте будем искать ответ на вопросы Николая по благоустройству улиц Южной и Евтыса. Это у нас чистый город или это кто у нас? Комбинат по благоустройству. Давайте попытаемся. Хочу призвать на помощь моего коллегу Олега Хатанзейского. Он у нас в этих делах специалист. И может, поможет в решении данной ситуации. Ну и потом еще есть вопрос, потому звоним в чистый город мы. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит программа «Алло, студия». Меня зовут Мария Владимирова. С кем бы я могла поговорить по благоустройству улиц Южная и Евтысая? Сейчас, минутку. Какое томительное ожидание. Ожидание кажется вечным, но мы дождемся.
нас остается 25 минут. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Программа «Алло, студия», прямой эфир. Меня зовут Мария Владимирова. Вопрос от телезрителя поступил. Будет ли благоустройство улиц Южной и Евтысова вестись в этом году? Там в прошлом году какие-то работы велись, и все вот это брошено осталось, и жители интересуются, будет ли как-то решена эта ситуация? Мария, меня зовут Николай Леонтьевич. Я... Это прямой эфир, да? Да-да-да. Я сейчас не готов ответить, потому что, наверное, у нас... Здесь я вот не занимался, так я не могу сказать. Угу. Я не могу ничего сказать. И надо... У нас там именно дворовая или дороги, или что именно? Ну вот, говорят, там у них в том году был ремонт какой-то, там что-то, люки так открыты, и все лежало. То есть, наверное, это вдоль домов где-то там, то ли система отопления у них ремонтировалась. Ну, в общем, суть в том, что вот как после ремонтных работ все брошено, так и лежит. Это, вы знаете, или это управляющая компания, или это от чистого города шло? Вот не знаю мы таких тонкостей дела здесь, этого. Здесь, конечно, вот мы общаемся в прямом эфире, здесь, конечно, надо знать четко, понимаете? Хорошо, мы сейчас попросим нашего гостя-телезрителя еще раз нам перезвонить, уточнить всю ситуацию. И вот тогда еще следующий вопрос. На Пустозерской 9 сгоревший дом стоит барачного типа. Тоже вот жители интересуются, когда его будут сносить. Чистый город отвечает за снос домов? На Пустозерской 9? Да. Видите, по сносу домов у нас... Значит, вели работы муниципальное казенное учреждение управления городского хозяйства. Так. Вот они проводили работы. Может, скорее всего, вопрос к ним. Хорошо. Но, по крайней мере, это не к нам. Угу. Все, но понятно. Я говорю то, что я знаю. Угу. Ну вот, а если, например, по благоустройству Южной и Евтысова к вам обращаться, если это территория дворовая? Да, здесь надо посмотреть просто. Здесь вы понимаете, вопрос можно по-разному задавать, да? Uh-huh. Но здесь надо точно, именно какие работы, когда... И тогда, конечно, я думаю, любой ответит. Я, например, вот сейчас не в курсе. Конечно, если я был бы... Ради бога, я бы высказал все. Хорошо. Ладно, мы тогда выясним, а потом, если что, обратимся к вам. Пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо, Николай Леонтьевич. Что ж, да, тогда я попрошу Николая перезвонить к нам еще раз и более детально рассказать, о какой территории идет речь, потому что... Все у нас так сложно. С одной стороны, дом обслуживает одна организация, с другой стороны, его обслуживает другая, с третьей – третья. В общем, так просто и не разберешься в этом вопросе, оказывается. Главное, пришли, нарыли, бросили, а дальше вы уже выясняете, кто вам тут будет благоустройством заниматься. Но если в крайнем случае нам не удастся сейчас решить этот вопрос, мы обязательно сделаем сюжет на данную тему. Я думаю, что с удовольствием мои коллеги возьмутся, так как мы уже снимали в том году, и даже не в том году, в этом, наверное, мы снимали году этот сюжет. Я хорошо помню, как мой коллега ходил, снимал там. И, в общем-то, мы, наверное, и найдем ответ. Есть еще у нас вопрос по поселку Искателей, улица Монтажников, по уборке мусора. Давайте попробуем дозвониться туда, в администрацию поселка, чтобы нас, по крайней мере, направили, куда нам нужно. 211-45 наш телефон, это программа «Алло, студия». Дозванивайтесь, либо пишите на сайт, потому что дозвониться может быть сложно. Алло. Здравствуйте, еще раз. Да, Николай? Да. Да, поясните, пожалуйста, нам, что там? Там строили в прошлом году осенью. Прокладывали канализационные трубы. Так. По улице Южной, по Евтысова. Угу. Начиная от Южной 14, сейчас там горы, плиты стоят, выкорчеванные. Вот тут около Южной, 41, тоже около дворов, около дома плиты убрали, трассу, воду, трубы проложили, все так и оставили. А то есть даже, получается, тротуаров нет, у вас все поубирали там? Все поубирали около всех домов, начиная от Южной 14, по 43 и по Евтысову также. Так, а вы не в курсе, да, это управляющая компания, либо это, вот... Это городское хозяйство, прокладывали канализационные трубы. Хорошо, значит, мы сейчас будем звонить в городское хозяйство. Спасибо вам за разъяснение, спасибо. Давайте в управление городского хозяйства. Два вопроса есть в адрес этого управления, будем выяснять. Главное, чтобы нас опять к пресс-секретарям не отправили. Ждем.
Ну вот в мэрию с 2 до 3 дозвониться практически нереально. Особенно по понедельникам. Так, ладно, давайте убираем, потому что не взяли, сразу трубку не возьмут. 2-11-45 наш телефон. Все равно дозвонимся, все равно добьем эту тему, потому что с мэрией у нас висит столько вопросов. Это и жилье, это и благоустройство. Это, в общем, достаточно большой круг вопросов, которые нужно осветить. Давайте будем в Искатель теперь звонить. В администрацию поселковую попробуем дозвониться, дабы выяснить, кто занимается уборкой мусоров после субботников, которые обратно весь по поселку разнесло. Обидно, конечно, что у нас делается все как-то... Сначала сделали одно, потом снова сделали то, что уже делали. Алло. Ждем гудки. Администрация. Алло, здравствуйте. Это вас беспокоит программа «Алло, студия». Меня зовут Мария Владимирова с телеканала «Север». Скажите, пожалуйста, кто бы мне мог пояснить следующую ситуацию? У вас там в поселке была уборка мусора, но мусор, который собрали, так и не вывезли никуда, и ветром его весь обратно разнесло. Кто бы мне мог пояснить? Комбинат по благоустройству занимается уборкой мусора. Угу. То есть ваша администрация никакого там отношения к этому делу не имеет? Я не знаю, про что вы говорите. Где на улице Монтажников. Ну, вообще у нас уборкой мусора занимается комбинат по благоустройству. Угу. Хорошо, все. Это ваш поселковый комбинат? Искательский, да. Искательский, да? Угу. Спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. Сейчас будем тогда дозваниваться до комбината по благоустройству. Вот у нас, знаете, каждый чем-то занимается. Один мешок подает, другой мусор вывозит, третий лопаты ремонтирует. Но когда дело доходит до того, чтобы спросить с кого-то, ответственных у нас нет. У нас каждый перекидывает на своего соседа, мол, спрашивайте, ответ у него. И в результате у нас остаются вопросы без ответов по каким-то нелепым вообще причинам. И мне достаточно стыдно бывает перед нашими телезрителями. Ну, что поделаешь, вот такая иерархия, так вот все непонятно и запутано. 2-11-45 наш телефон, все равно дозванивайтесь, и будем пытаться мы выяснять. Даже если не сейчас в рамках программы, в рамках новостных сюжетов, все равно ваши темы найдут свое отражение. И это, кстати говоря, хорошая такая вот журналистская находка для нас. Мы всегда имеем эксклюзив, который вы, в общем-то, нам и предоставляете. Так что не стесняйтесь, дозванивайтесь и рассказывайте о том, что вас всего больше волнует, какие у вас существуют проблемы. Пришла весна, сейчас вот будут и траву полить, и лес вот тут недавно подожгли на выходных. Так что надо быть поаккуратнее с уборкой мусора-то и с отдыхом в лесу. Это уж так, просто в качестве отводки и совета, потому что будут вопросы. Мы дозваниваемся в комбинат по благоустройству поселка Искателей, потому что у нас есть вопрос к ним, и у нас есть вопрос к управлению городского хозяйства. Вот все, что связано с коммунальными службами, это просто темный лес. Невозможно дозвониться. Хотя, казалось бы, вот эти самые управления, вот эти самые комбинаты должны быть самыми мобильными и отвечать на вопросы не только нас, но и вообще жителей достаточно быстро и оперативно. И дозвониться должно быть до руководителей этих управлений очень легко. Но все на деле получается иначе. Я вообще предлагаю мобильные номера, действующие, работающие, опубликовывать на сайте, чтобы люди могли заходить, смотреть и звонить по-быстрому, а не так, что мы ждем с пятницы понедельника, когда же люди выйдут на работу, потом мы попросим помочь в этом вопросе нам телевизионщиков, потому что сами люди не могут справиться, и до смешного доходит, просто обидно. Телефон прямого эфира 2-11-45, звоните. Я жду ваших телефонных звонков. Напоминаю, что программа это крайняя перед летними каникулами, затем мы уйдем на целых 3 месяца. Будем собирать ваши вопросы на сайте нашем trksever.ru в разделе «Алло, студия». Будем их обрабатывать, будем на основе ваших вопросов снимать телевизионные сюжеты. Ну а когда уже в сентябре мы с новыми силами выйдем на работу, мы будем работать в рамках прямого эфира и, так сказать, добивать тех, кто нам не хочет отвечать. Добивать, конечно же, условно, я рассказываю вам. Не воспринимайте буквально. 2-11-45 наш телефон, звоните, программа «Алло, студия». Программа скоро уже заканчивается, а чтобы найти ответ на вопрос, нужно длительное время, как вы видите. Пока мы ищем номер телефона, пока мы пытаемся дозвониться, пока нам 100 раз скажут, что вы попали не туда, потому что никто ни за что не отвечает. Вот и получается, что мы с вами говорим, 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 а толком
А есть телефонный звонок у нас. Нина, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. У меня такой вопрос. Когда и кто должен сделать остановки по улице Авиаторов? Остановки? Да. Так, и когда и кто должен сделать остановки? Остановки автобусов. Это житель Новосел с улицы Сучинского. Так, это вот новый микрорайон, и у вас там нет остановок сейчас? Нету там никаких остановок. Угу. Все, и хорошо. Второго аэропорта ходит автобус номер 6. Угу, автобус номер 6. Хорошо, спасибо большое. Сейчас попытаемся мы дозвониться тоже. Спасибо вам большое. Я так понимаю, что кто у нас остановками, тоже управление городского хозяйства занимается, наверное. Так что нам все-таки нужно до них дозвониться и понять, когда же у нас там появятся остановки. Потому что действительно микрорайон заселили, автобусный маршрут пустили, а ожидать приходится, наверное, на улице. Вот управление горхозяйства занято, но тем не менее будем сейчас безостановочно мы дозваниваться. И... что мы будем? Мы еще будем дозваниваться в комбинат по благоустройству поселка Искатель. Давайте прямо вот наперебой набирать туда и туда, туда и туда. Если не удается. Галина, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. А меня интересует, вот в районе нашего собора и почты какой-то котлован. Уже много-много лет вырыт. Он для чего, не знаете? Ну, я вот тоже все время хожу, гуляю, думаю, для чего этот котлован нужен. И я вот сейчас вот задаю эти вопросы, я просто быстренько анализирую, у кого мы можем ответ найти. Сейчас мы подумаем, как разрешить этот вопрос хорошо, и обязательно ответим вам. Угу, хорошо. Там, сами видите, он портит, по-моему, весь город. Да, портит, конечно, портит. Страшная такая там яма вырыта. Спасибо большое, Галина, за вопрос. Вот... видите, как много тем интересует жителей нашего города, и, к сожалению, ответов получить так быстро нам не удается, тем более с котлованом. Я думаю, что, скорее всего, эта тема, Галина, перейдет в тему одного из репортажей, даже какого-то, наверное, расследования, потому что более чем уверена, чтобы вот так сразу выйти и найти ответственного, кто там что строит, будет нелегко. Это вот уже опыт длительной работы в средствах массовой информации мне вот подсказывает. Что ж, куда мы дозваниваемся, попрошу режиссера мне подсказать, чтобы быть в курсе. В управлении городского хозяйства так и занят телефон. Теперь будем в Искатель звонить. Улица Монтажников, которая занесена мусором. Вот, конечно, может быть, остановками, но я не думаю, что это автотранспортное предприятие занимается установкой остановок. Все равно это все управление городского хозяйства. Сейчас будем звонить в Искателей. И вот вопросы, они поступают, они есть. Мы пытаемся их решать. Вот было бы много телефонов и много рук, чтобы одновременно везде успевать дозвониться и получать ответы. Поселок Искателей не так и далек. Но очень сложно дозвониться туда. Я уже поняла, у нас очень многие просто-напросто стали организовывать совещания различные. Управление городского хозяйства мы вызываем. Да. Никак мы с управлением городского хозяйства сегодня не свяжемся, потому что, вы видите, они включили факс. Наверное, установили телевизоры во всей администрации городской, в каждом кабинете с триколором, чтобы все могли видеть. Ну, в принципе, чего там, мы теперь в онлайне на сайте телеканала «Север» вещаем. Почему бы и не посмотреть легко и просто, не поставить телефон на факс и оставить людей без ответа. Может быть, тогда давайте мы дозвонимся пресс-секретарю в мэрию Ларисе и поставим перед ней вопросы, которые есть. И пускай она попытается в кратчайшие сроки в рамках эфира нам найти тех людей, которые ответят на вопросы. Наталья, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Я хотела бы спросить насчет путевок, которые давали, ну, детям. Так, что конкретно? Вот, то, что мы не попали в этом году. Угу. Вот, у нас была на июль в Анапу путевка. На июль в Анапу? Да, на июль в Анапу, да. Мы подавали заявление еще в августе. Угу. Вот, нам звонили, предлагали в другой санаторий. Вот, но мы отказались, мы именно туда хотели. Угу. Вот. Ну, они как объяснили, что это там первоочередники идут, и кто, ну, писал раньше заявление. Угу. Вот. Ну, мы заявление писали в августе. Здесь я тоже узнаю, которые женщины работают в администрации, они писали осенью заявление, и они попали на июль в Анапу. Угу.
Вот. Так. Мне вот интересно, почему так, что чем люди отличаются, которые работают в администрации? Хорошо, спасибо большое, Наталья. Вот, и еще хотела бы узнать в следующем году, как будет проходить. Будем ли мы первоочередники или нет? Угу. То есть те, кто в этом году не попали, станут ли первоочередниками? Да. Хорошо, спасибо вам большое, Наталья, за вопрос. Дозвонимся мы в управление здравоохранения. Спасибо большое. Так, вот видите, сколько у нас теперь стало много вопросов и тем, на которые нужно ответить. Алло. Дозваниваемся до пресс-секретаря мэрии. Алло. Алло, Лариса. Да. Здравствуйте, это вас беспокоит программа «Алло, студия». Меня зовут Мария Владимирова. Звоним вам. Почему? Потому что в рамках прямого эфира к нам сегодня поступало очень много звонков, адресованных управлению городского хозяйства. Но, к сожалению, мы туда не можем дозвониться и дать людям ответы. Следовательно, прошу вашего содействия. Вопрос, и хотелось бы, конечно, чтобы сегодня на них ответили. Вопросы следующие. Когда будет благоустроена улица Южная и Евтысова после ремонта прошлогоднего? Потом, будет ли сноситься дом на Пустозерской, 9, сгоревший дом? Еще один вопрос касается, когда и кто должен установить остановки на улице Авиаторов? Это звонят люди с нового микрорайона, недавно заселенные туда. Вот, в общем, и в районе собора и почты котлован вырыт. Что там будет строиться? Вот такие у нас есть вопросы. И так хотелось бы, чтобы нам управление городского хозяйства пояснило, но у них, к сожалению, факс включен. Угу. А можете не все вопросы к управлению городского хозяйства? Так, хорошо, давайте разграничим, которые не к ним. По-моему, вот про котлован это точно не к ним. Сейчас все стройки в округе. Ага, хорошо. Дальше, благоустройство улиц. Южная и Евтысова, там канализационные трубы в том году прокладывали. Как раз-таки управление занималось этим делом, а обратно так ничего и не вернули людям. Ну, может быть, вот все, кроме новой стройки, давайте. Вы можете написать и выслать мне на почту. Нет, я не могу, мы сейчас в прямом эфире, люди звонят, люди уже бунтуют, потому что мэрия просто-напросто закрывается и не хочет с нами контактировать. Кто сказал? А кто сказал? То, что мы каждый день пытаемся дозвониться до тех или иных людей, и мы никак не можем получить ответы. Ну, мы же с вами договорились, что вы будете их вот заранее мне присылать. У нас прямой эфир идет. Вот мне сейчас люди в прямом эфире звонят, спрашивают. Я не могу заранее сделать. Попробуйте, пожалуйста, нам сейчас помочь, и мы вам перезвоним. Давайте еще раз. Благоустройство на улице Южной и Евтысова, когда будет завершено? Или сделано, вообще начато, потому что оно все там просто раскурочено. Угу. Так, когда будет сноситься сгоревший дом на Пустозерской, 9? И когда появятся остановки на улице Авиаторов? Имеется в виду павильоны? Да-да-да. Остановочные павильоны. Угу. Все, тогда мы будем ждать или вам... И сколько вы будете звонить? Ну, у нас 7 минут до эфира остается, до окончания. Вот надо бы нам успеть за это время. Не знаю. Я попытаюсь, конечно. Давайте попытаемся, хорошо? Спасибо. А телефон-то? А телефон мы вам сами позвоним. Ну, хорошо, звоните. Хорошо. Так, дальше что у нас? Поселок Искателей. За 7 минут надо объять необъятное. Давайте будем дозваниваться. Я так понимаю, у нас в Искатель звоним. Угу. Гудки идут? А ответа нет. Я слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит программа «Алло, студия», прямой эфир. Меня зовут Мария Владимирова. К нам поступил вопрос от жителей поселка Искателей. Не знаю, по адресу ли мы обращаемся. В общем, на выходных там была уборка мусора. Кучи собрали на улице Монтажников, но никто их никуда не вывез. Эти кучи обратно ветром все разнесло. Угу. Вот. Кто и когда будет убирать мусор? Вопрос правильный и справедливый. Попали в мусорную заказчика, Кожевин Виталий Алексеевич. Но вопрос в том плане, что он, в принципе, это компетенция комбината по благоустройству. Угу. То есть вы, как служба заказчика, там...
Нет, мы убираем вокруг домов, это самое, тот мусор, который собирают люди, это самое, и те дома, которые находятся в управлении услугозаказчиком, свой мусор убираем. Угу. Вот. Но всю территорию поселка Искатели мы фактически и физически мы не можем, соответственно, угу. Мы убираем ту прилегающую территорию к домам угу. персонально. Вот. И убираем самые контейнерные площадки. Угу. Которая входит в структуру у нас мусорозаказчика, чтобы вам было понятно, мусоровозы и все прочее у нас находится. Ну, я поняла, да. Мы занимаемся этим вопросом. И 6 метров вокруг контейнерной площадки. Вся остальная территория убирается комбинатом по благоустройству. А вы не подскажете, как связаться с ними? У вас нет контакта случайно? Ой, у меня телефон-то под рукой нету, девушка, я просто не смогу вам ответить. Угу. Ладно, жалко, спасибо большое. Нет, у меня секретаря нету, а самого у меня у самого сейчас нет под рукой этого. Все равно, спасибо вам большое за разъяснение, всего доброго, да. Я так думаю, что давайте мы, может быть, вне эфира дозвонимся до, опять же, администрации Искательской, спросим у них номер телефона, комбинат по благоустройству. Хотя у нас вот еще есть обязательство дозвониться в мэрию, просто смотрю, у нас остается времени всего 4 минуты, в соцзащиту звоним. По путевкам мать и дитя. Хотя не уверена, что нам быстро удастся туда дозвониться. Здравствуйте. 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 Это управление? Какое управление? Здравоохранение. Ошиблись мы. А извините, вы ошиблись. Вы попали. Да, ну ничего страшного. Бывает такое. Я уже не называю номер телефона нашего прямого эфира, потому что нам хочется дать ответы на те вопросы, которые вы задали нам ранее. Сейчас будем звонить. Соединение установлено. Пожалуйста, подождите. Департамент здравоохранения. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит программа «Алло, студия», прямой эфир. Мария Владимирова, скажите, пожалуйста, кто бы мне мог пояснить ситуацию по распределению путевок мать и дитя? Поступил такой вопрос от телезрителей. Секунду. Распределение путевок мать и дитя. Вот это вот, да? Вот это вот, да? Попробуйте перезвонить 4-19-66. И куда-то мы попадем? К специалистам, которые ведут списки. Угу, хорошо. По путевкам мать и дитя. Угу, спасибо большое. До свидания. Давайте 4-19-66 наберем. Вот очень сложно. Специалисты распределяют путевки. Департамент, слушаю. Здравствуйте. Вас беспокоит Мария Владимирова. Прямой эфир, программа «Алло, студия», телеканал «Север». Мне бы нужно получить ответ на вопрос, который нам задали телезрители по распределению путевок мать и дитя. Кто бы мне мог ответить на него? Я не знаю. Позвоните в приемную, узнайте, кто... Ну, нам в приемной только что дали ваш номер, сказали... Это отдел реализации жилищных программ. Мы путевками не занимаемся. Так, мне спасибо. Вы, конечно, извините, но это нам дали ваш номер телефона, сказать, что там все специалисты, которые нам помогут. Нет. Спасибо. Путевками наше дело не занимается. Единственное, могу сказать, что, может быть, позвоните в казенное учреждение, отделение соцзащиты, телефончик 497-48. Угу. Спасибо большое. Спасибо. Извините. Так. К сожалению, мы не успеем сейчас дозвониться. Давайте пресс-секретарю мэрии позвоним, чтобы поставить точку понимания, чтобы у нас было, есть или нет ответы на поставленные вопросы. С путевками мы обязательно разберемся и в рамках наших новостных сюжетов дадим ответы. Хорошо, Наталья? И всем, кому мы не ответили, мы обязательно ответим. Но вот с мэрией хочется понять. Я думаю, что у нас... Так, там занят номер телефона. Что ж, как мне подсказывает наш режиссер, время программы подошло к своему завершению.
Обидно, конечно, что мы не смогли получить сейчас все ответы на вопросы, но я вам обещаю, что в рамках новостных программ вы все узнаете. Оставайтесь на нашем канале, смотрите программу «Новости». А программа «Алло, студия» уходит на летние каникулы. Мы с вами увидимся в сентябре. Так что готовьте ваши вопросы, готовьте интересные истории, снимайте на видео то, что происходит вокруг вас. Потом мы будем это все транслировать и искать ответственных лиц. И я вас благодарю за участие, за то, что вы все время были с нами. Всего доброго и удачного дня.